территории городского округа Щелково произошло 81 пожар. В аналогичном периоде прошлого года 78. То есть увеличение составило на 3,8%. Гибель людей на пожарах составила 3 случая. Это должен знать каждый. Основные причины пожаров – неисправная электропроводка или газовое оборудование, а также неосторожное обращение с огнем. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать элементарные правила безопасности. Об этом сотрудники Щелковского пожарно-спасательного гарнизона неустанно напоминают всем жителям. В связи с увеличением пожаров и гибели людей на одних на поднадзорной территории, увеличена профилактическая работа единой системы предупреждения Щелковского пожарно-спасательного гарнизона, в которую привлекаем сотрудников администрации, сотрудников МВД, сотрудников социальной защиты, добровольцев. На этот раз сотрудники пожарно-спасательного Щелковского гарнизона проинструктировали жителей Фрянова. Дело в том, что недавно здесь, на улице Победы, дом 1, произошел пожар. Из-за халатного отношения и несоблюдения очевидных мер предосторожности в квартире сгорел мужчина. Он уснул пьяным и, по словам пожарных, при этом не затушил сигарету. Соседи, проживающие в доме через дорогу, совершенно случайно увидели среди ночи отблески пламени и оперативно вызвали пожарную службу. Сын стал попить. И увидел отблески огня, разбудил меня и говорит: «Мам, посмотри, по-моему, что-то там горит». Я выглянула в окно и увидела густой белый дым. Позвонила подруге, тоже она живет на ту сторону. Я говорю: «Посмотри, пожалуйста», говорю, «что там?» Я говорю: «Ну, мало ли». Она говорит: «Горит наша казарма». Я тут же позвонила на номер 112. О правилах пожарной безопасности должен помнить человек любого возраста. Уходя из дома, отключайте все электроприборы. Не храните дома легко воспламеняющиеся и горючие жидкости. Не подключайте одновременно большое количество электроприборов в сеть. Не сушите вещи над электронагревателями и газовой плитой, а также не оставляйте детей одних дома без присмотра и не храните спички, зажигалки и свечки в доступном для детей месте. Берегите себя и своих близких. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.